сколько? Ну что, друзья, мы в Карифоре. Вот мы и делали много-много видео. Да. И в Дубае, и в Эляйне, и в Кракове. Ну вот, вот смотрите, 259 стоит такое блюберри. Так, что там дальше у нас? Лимончик. О, какой лимон. Лимончик. Запах, представляю, сколько килограмм? 279. 279 стоит килограмм. Давай дальше посмотрим, что здесь есть. Яблочко 389. Яблоки 389 такие, бананы 99. Это все за килограмм, так я так понимаю. А ну манго, Наташа, манго, манго. Снимали мы про манго, Наташа очень манго любит. 89. Манго Apple, что это такое? Я не знаю, что это. Уже возьми, попробовать. Манго, а это манго ангуэ, 145 стоит. Я не знаю, манго Apple. Ну и маленькие бананчики кормовые, да, они не очень вкусные. Ты как-то их ела на Шри-Ланке, ну, да? Ну, это требует, я не знаю. Цены. Ну, естественно, больше будет уже, когда на какой-то рынок выйти. Ну, вот еще много всего. Грушки 415, и яблочки вот такие 389. А это авокадо. 69. 69 килограмм. Вот это что такое здоровое? Пау-пау. Дынька, наверное, пау-пау. А, я не знаю. Пау-пау. Папайя. Папайя, наверное. Наверное, папайя, да. Ну, папайя вообще-то побольше бывает. 165-190. А вот еще манго какое-то. Но тут не обозначена цена, не понимаю пока. А давайте это. Так, орешки, фрукты просто увеличу вам. Ну что, мясцевый? Гарно пахнет. 99 и 99 зеленый, 250 и желтый. Да. Красный тоже 250. Класс. Я уже давно... А бананы вот такие, матука какие-то. Интересно, 138, не пойму какие. И пленка, ну, зеленый, 2... зеленый и желтый. И 290. А какие и сколько стоят, я не пойму. Цвета классные, но где что стоит, непонятно. Я думаю, зеленый. Он свежий 50. Сок, кстати, может взять себе с очка на это. Ну идем, подойдем к мужчине. Давайте. Картопля, что дынь? Так, дынечка, дынька стоит. Фу, дыня, господи, что я мочу? Убейте меня кто-то. Тыква. Тыква 49, картошка 109, капуста 39. Это не капуста, целиком. А, салат. Да. Морковка. О, давай, морковка 119 за килограмм. А, это где морковка-то? Это эко, морковка 119, ну и так далее, и тому подобное. Так, а ну я хочу к соку подойти все-таки. О, даже суши есть. О, 1150 такой наборчик. Найс. Вежливые ребята. Ага, вот значит соки здесь есть. Сок за 290. Это пинэппл, yeah? Пинэппл. А white's green, usually it must be yellow. А это какой сок? О, бутылочки, кстати, стеклянные. Я уже рассказывала, что борется Кения с пластиком. Наверное, нет. Так, это манго 290. Манго можно взять сок. Класс. А это? А this? Это... Что это такое? Надеюсь... А, это манго, orange, pineapple, coconut water. О, вау. Ничего себе. А это что у нас? Это значит бурячок, яблоко, огурец и джинджер. Джинджер – это женьшень. Наверное, манго возьму. Что будет классно. 290. О, это будет прикольно. Ценька, я вилка здесь вам. А? Окей. Я хочу... Манго будешь, Наташ? Манго? Давай манговый сок возьмем. А ты будешь пить? Да. Стаканчик выпьем. А, нет, это ж мало. Давай. Аня, ты будешь манговый сок? Какой-то сок будешь? Какие? Это вот ананасовый прикольный есть. Шоца? А какой это? Можно подснять, что это? А что? Томатный. Томатный, свежий томатный сок, нет? We also have sugar cane and orange. Коктейль. Коктейль фреш томаты называется. Прикольно. Я фрукт? Это фрукт. Три томата называется. Три томата, это не томат. Прикольно. Так, а колер какой это, знаешь? Да, да. О, похоже на смородину. Но смородину, наверное, я не буду, не знаю. Ну, Таня говорит, очень вкусный сок. Взяли мы еще и ананасовый сок. Посмотрите, здесь такие какие-то фрукты, сухофрукты. Вот ананас и мед. 95 за 100 грамм. Это апельсин. И какой-то еще коконат и, господи, кокос и мед. Прикольно. А это чили, а это мабуи какой-то.
Девочка подходит уже. Здесь всякое много всего есть. Вон мирвишелька 265 за килограмм. Чай гибискус 120 за килограмм. Ну, много всего есть. Крупы всякие. Тоже что это вот за 350 фасолька. Это кофе? Нет, не кофе, перепутала. Прикольно. Вот, кстати, что нужно вести. Что нужно вести из Кении, это макадами с медом. Вкусный орех макадами. Давайте я покажу вам его делаем. Это кешью. А макадами это где? Во-во-во, туда смотрите, туда. А, вот. Вот. Макадами? Нет, это не. Вот он, вот такой вот. Вот макадами с медом и стоит 845-250 грамм. Еще говорят, соленый вкусный. Вот есть соленый макадами. И, а где в шоколаде, Наташа? А вот целая коробка в шоколаде. Вот что нужно вести, в принципе. А это что такое? Это кофе? Ага. Ну, а, это, кал, это кофе с этим скреплено, с гранолой. Прикольно. О, здесь такой Carrefour. National Style. О, слушай. О, вот и одежда в Carrefour. Ну, кстати, и в Эмиратах тоже одежда есть в Carrefour. Меня еще вот кофе интересует. Нам показали вкусный кофе. Сегодня хочу его прикупить. Так, а вот кофе, которое мы бы рекомендовали. Вот такой мы уже пробовали. Сегодня очень вкусный. А 1600 стоит, да? Этот стоит, о, 988 зелененький. А темненький 1245. А еще какой хороший? А вот еще 830. А где эспрессо? Я уже потерялась. А вот эспрессо. Я показала эспрессо. А, это зерна. А это вот, а это вот. Ага, это вот такое мы сегодня пили, эфиопский. Вот я еще в интернете читала у кого-то вот зеленая картиночка, 1147. А что ты вот это показала, жопу? Тоже варю? За 288, конечно, классные. Аня говорит, а тоже Java House, смотрите. Java House это еще кафешечка такая есть. Ну, не знаю, я бы взяла бы такую, конечно. И в Carrefour, я думаю, нужно брать, потому что, ну, хорошая цена. А вот за 345 зеленая какая-то. Это декофеин, это нам не надо, все. А это Уганда кофе. Смотрите, сладости, цитрус и ливали. Что такое ливали? За 840. Ну вот, ой, как прикольно, зиппер такой. За 377 кофе есть. Ну много-много сортов. Просто, конечно, надо ли пробовать, но мы все вряд ли перепробуем. Мы не знаем, либо стоять отзывы. А что это такое? Рино-носорог 865 стоит. А есть он с бибизянкой, с гориллой. Уганда, да? Це угандійська кава. Це Уганда, ага, понятно. Не коштували, да, ми не знаємо. Ну, хочеться, наверное, візьмемо вот таку красную точно. Зараз посмотрим в доларах, скільки це, скільки можемо взяти. Ну, я хочу, наверное, тогда взяти таку за 288, це взагалі, простите, від копійки. Ну, я думаю, ви со мною согласитесь. По чаю, що у нас? Вот этот вот какой? Вот этот вот по чаю, очень хороший, 792. Ну нормально так, что хорошая цена. А лучше красный? А, это черный, господи. А ты что? Я думала, что коробка отличается. Ну вот, заварной тоже есть. Небольшой. Это килограмм, а это 500 грамм. 398. Ну, рекомендую вот этот вот. А вот совсем маленький, 217. Ну, понятно, отлично. Вот на Шри-Ланке наборы были, я помню. Были наборы, мы привозили наборы, и ну, люди очень были довольны. Но такой, по-моему, чай, по-моему, и в этом есть. По-моему, и в Эмиратах есть. Ну, похоже, мы вам показывали в видео, когда мы были в магазины со всякой всячиной. Ну, прикольно, может, так, ну, нормально взяли, интересно, так уже такой. Наполняется везочек. Вот хлебчик такой стоит 59, да, всего лишь? Ну, 400 такой 115. Ну, да. Такой 89 вот стоит хлебчик. Вот 118. А вот такой кругленький. Ой, прикольный. Ага. Круглый тост, Наташ, ты видела? 89. Прикольно. 58. Ну, хлеб нормально стоит, в принципе. Что у нас по булочкам? Давайте глянем. А, значит, такие булочки сколько? 6 штучек, 92. Ну, в дорожку вообще взять булочки, ну, иногда самое оно. Ну, большой такой магазин. Есть всякие гели для душа и расчески. И все, ну, как бы, конечно же, всякие термосы. Ну, видите, здесь уже такая часть более, как это сказать, там, где шампуни, парфюмы. Здесь
уже посуда. Кстати, помните, посуду мы показывали вам вот в этом же видео, что и чай показывали. 230 такая штучка. Ну, такая большая чашка кофейная. Смотрите, моя рука это чашка. Ого, 495. Ну, уже зубные пасты пошли. Всякие крупы. Ну, вообще просто класс. И людей мало. Сейчас, кстати, почти 8 вечера. И вообще магазины здесь работают очень поздно. И, как это вам сказать, что этот работает до 9:30. Нам очень повезло. А вообще здесь вечером не гуляют, ночью не гуляют. В общем, нечего шляться по Кении ночью, сидите дома. Так что поэтому магазины здесь закрываются рано. Вон чемоданчики даже есть. Ну, прикольный Карифор такой, интересный. Вот. Для собачек, для котиков. Всякая Пепси. Давайте глянем, что там с Пепси. Какая Пепси-кола интересная. Вообще такая маленькая, 350-44 стоит. American Cola, как подделочка, уже, да, идет. Кола без сахара. И вот нормальная кола. Сколько она стоит? 128. Смотри, какая бутылочка прикольная. Наташ, толстенькая бутылочка Coca-Cola. А, и Фанта такая же, 44. И спрайтик такой же. Хотя что, какой-то крест. Вот спрайт. Ну да, такие свои. Свои, наверное, кенийские напитки. Ну и соки обычные тоже есть. Чтобы вы понимали, алкоголь продается на вот специальном магазине. Как вы заходите из магазина в еще магазин. Тут орешки всякие. Ну, там 140 пачка орешков. 210 арахис. Ну, много всего есть интересного. Вот нам рекомендуют Fanta Passion Fruit. А Passion Fruit это маракуйя, да? Ну, вот такой интересный вариант Фанты. Ну, я же говорю, в каждой стране свои есть Фанты, свои есть Пепси. Вот еще Фанта, кстати, какая-то есть. Black Currant, черная смородина. Ну, такая Фанта. Фанта. Как выразилась Наташа, рай. Бекончик 400 грамм, 875. Вот салямини, салямка якась. Ой, маленькие колбасочки, ух ты, 754. Что у нас еще здесь есть? Вот такая колбаска, 430, 100 грамм. Угу. Не понимаю пока цены. Хот-дог 358, 500 грамм. Вот такую колбасу нужно готовить. Порк, свининка, 544, made in Kenya, лучший сувенир. Свиной хлеб. Наташа, порк бред, смотри. Свиной хлеб. А, порк браун. Ну, да, знаешь, как это? Я не могу понять. Как порезано. Кусочки 500 грамм, 337. Вообще просто. Порк сосиски, 663 килограмм. Что-то за сосисы целые. Ого. Класс, красота. Это мы после Эмиратов прям в рай попали. Не могу пройти мимо этого. Молоко в треугольничках. Кто-то еще помнит это? 30, 34, 32. Не знаю, что именно. А стоит вот это вот 126. Где оно? 126 здесь. Вот оно, 30 стоит. Ай, молоко в треугольничках. Детская память. Нас везочек трошки набрался. Ой, приятный магазин Карифор. Вообще приятная страна Кения. Приятные народы. Вот показала вам чуть-чуть Карифор уже в Кении, уже в Найроби. Очень прикольно. Вот, надеюсь, вам было интересно. Там пишите комменты, ставьте лайки. Есть ли в вашей стране Карифор? Что стоит в вашей стране? Что где? Чтобы вы попробовали отсюда. Интересно, соки бы, наверное, попробовали. И необычные фрукты, овощи. Вот, так что такое сегодня было видео. Всех обнимаю, всем добра. Всем пока.